Самый популярный новогодний персонаж – Дед Мороз. Снучка-снегурочка с праздничным настроением и подарками пожаловал в Цибанабалку. Главный подарок, который он принес в этом году – благодарность и почет. Самые активные жители Приморского сельского округа получили почетные грамоты за высокие показатели в труде и общественной деятельности. Музыкальные подарки подготовили творческие коллективы. Казачьи и цыганские песни, виртуозную игру на аккордеоне, любимые новогодние композиции. Прозвучало много поздравлений и теплых слов. Яркие впечатления уходящего года станут позитивным фундаментом для нового года, года новых побед.